Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании Ideal. Камера предназначена для установки в автомобиль Skoda Superb. Поставляется вот такой вот коробочке фирменной. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Так, здесь находится камера сама. Камера идет с прозрачным плафоном для подсветки номерного знака. Вот так это все выглядит. Разъемы у камеры два, то есть один для подключения провода питания, один для вывода видеосигнала на монитор. Далее здесь идет удлинитель видеосигнала, тюльпан-тюльпан с одной и с другой стороны. Длина кабеля 5 метров. Также провод питания подключается к бортовой сети 12 вольт, обычно запитывается от фонаря заднего входа. Также гарантийный талон имеется. Характеристиками, схемами подключения данной камеры. Сейчас мы камеру подключим, пройдемся более детально по ее характеристикам и визуально посмотрим, как она будет работать. Подключать будем 5-дюймовому экранчику вот такому вот. У нас отдельно запитан провод питания уже есть на 12 вольт. Включаем провод питания и подключаем провод видеосигнала. Камера у нас включилась. Сенсор здесь используется CCD, то есть улучшенный, хорошего разрешения и качества. Разрешение у камеры 656 на 492 пикселя. Используются системы PAL и NTSC. 480 ТВ-линий также в камере используются. Угол обзора составляет 170 градусов. В принципе, с таким разрешением и качеством изображения можно подключать более габаритные мониторы без потери качества. И также все детали, самые мелкие, будут заметны. Для удобства парковки также есть вот такой вот помощник в виде парковочной разметки. Эта разметка разделена на три зоны. Красная, желтая и зеленая. То есть с помощью ее можно будет запарковаться в самых сложных и неудобных местах. При покупке на камеру распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость по камере вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.